А вот сюда выставить. А дверь одна открыть. А зачем открывать? Ну, может, что-то понадобится. Да не, я потом все равно в ногу, наверное. Там освобожу место и туда. Благо не пишет на камеру. Да, то ж тоже из-за мышей, да. Но это, в принципе, про травку сделал. Ну так, а они на солому подбегаются. А так, что рога, да. Там, то, в принципе, и мигорога хвата. Я потом найду место, покажу. На ней меня штаны. Ага. Стоило 90 гривен. Штаны. Ого. Сейчас пойди подплатил. Штаны дешевле. Закончилась, друзья, у меня солома. И привезли сколько? 11 тюков. И 2 тюка мне подписчики оставили. То есть 13 тюков. И вот начал использовать уже новые тюки. Солома сухая, светлая, чистая. И буквально 1/4 часть тюка вот расхилил. Это на 2-3 дня им хватит. Потом опять убрал и так само. У нас начинается увеличиваться корма. Все больше и больше едят сейчас. Не знаю, может в связи с тем, что морозы. Ну хотя в сарае тепло. Я окно открываю. Наверное, сегодня уже на ночь закрою, потому что было минус 14 сегодня ночью. Да, терминатор. Ну не знаю, они... Или потому что я их вижу каждый день, как бы, мне кажется, они очень сильно растут. А хотя, на глаз смотрю, что килограмм по 100 у них уже есть. Может даже чуть больше у кого, не у кого. То есть, вот вариант хороший. Я думаю, стольник минимум. Вот лежит тоже. А может и больше 100. Может мне просто кажется, я каждый день их вижу. Поэтому как бы... Ну, напишите, как вам, вы реже видите, чем я, подросли они или нет. Ну, растут. Скоро уже 5 месяцев им будет. Растут нормально, и солома теперь есть, соломой проще. У меня и опилки есть, я сегодня еще опилками затарился, и перед этим взял 10 мешков опилок. Опилки солома есть, поэтому как бы, ну я опилки больше маленьким поросятам, а солому этим большим. Солома хорошо впитывает, сечу, навоз, и они сюда все под стенку, под окно, где холодно, где сквозняк, все туда сгребает носами. И я там по над стенкой убрал раз у два, ну бывает, вот сегодня я только что убрал за 3 дня. Получилось 2 тачки. Нормально. Сейчас пойдем ниже. По сараям и тоже соломку постелим, поубираем и так дальше. Поэтому кто там как замечает, растут, не растут, ну не знаю, мне как будто они на месте стоят. Весов больших нету, чтобы взвесить. Ну так на глаз радует. Мерить смысла их нет, это мясные, они никогда не сойдутся с обычными замерами. По таблице. Машка у нас горлай загуляла. Ну она загуляла, но... А ну, Маш, какая? Ну, загуляла, но не стоит. Вот. Вот. Это говорит о том, что еще рано. Подождем завтра, послезавтра. Но уже у нас сегодня воскресенье, это получается 6 дней уже. Но еще не гуляет. Не знаю, что такое. Может, стрессогоночку ей какую-то устроить. Ну, посмотрю еще завтра. Если нет, тогда буду стрессогонить.
Ну и по этим все веду, записи постоянно насыпаю. Ну, на сегодня им еще хватит. До завтра, завтра. И все записываю. По моим наблюдениям, хавать начали они комбикорма больше. Ну а растут, я не знаю, мне или кажется, ну, наверное, кажется. Если бы я их не видел неделю, зашел бы, ого, а так каждый день вижу, вот обезьянушка. Наша обезьянушка. Да? Короче, вот так, друзья. Все, пойдем по следующим сараям. Ну, а эти играются в соломке. Вот такие яйца куры начали нести. Это уже второе я такое нахожу. Боря, на! Это или вынеслась, или начинает нестись. Вот и здесь так само. Сейчас уберем и соломы постелю. Сейчас все сгребу. В кормушке есть. Сегодня насыпать не надо. Им еще до завтра хватит. Вот я их только-только выгнал. Выгнал, вернее. И нигде ничего не рассыпано. Даже щепотки. Вот не я называю вот это эффективная кормушка. 60 кг засыпал. 50, 60, 40 по-разному. Бывает и 70 сюда валю. И нигде ничего. Высыпать некуда, на сами стенку оно возвращается назад. И ничего не тратил. Затрат не было никаких. Посмотрим на их реакцию. Давай, рота! Ага. Ага. Ова, давай. 5, 5. Ух ты, колбас. Ну, опачка. Давай, давай, я сюда. И то же самое. Дня на два. Но вот это я убрал за три дня. Я вчера не убирал. Времени не было вчера убрать. И вот то же самое. Два-три дня. Но эти хорошо вроде бы пошли. То же самое. Начали... Корма употреблять больше, ну не знаю, рост по рыбачику у них остановился, так как они все за 100 кг. До 110 кг они еще как-то, ну я видел, что росли, а сейчас уже меньше замечаю. Рост есть хороший, да, ну. Да. И всех слов есть. Давай, давай, сюда. На кормушке вес набираем. Все, успокоилось. Ну, они не голодные, не едят. Кормушки есть, они едят. Этих сейчас начнем тоже ставить черные метки. Штук, наверное, 3-4. И будем вызывать Андрея. Да, двух я скоро пойдешь. Кабанчик вот этот первый пойдет. Этот, наверное, не, где тут? А, вон. Вот тот пойдет. Вот этот пойдет. Вот этот. Кноп, а ты не пойдешь, пока сильно не переживай. Тебе еще до Андрея рано. Эту мадам перевели сюда, где у нас сидела дюрчиха. Это Юрина киевская генетика. Уже переселили сюда. А дюрчиха отсюда в другой сарай. Тут то же самое. Порядок навели. Ну, маленьким я опилки стелю. Ну, и в этом сарае. Если есть опилки, то в основном стелю опилки. Дюрчатка у нас растут. Хорошие такие кубышечки. Едят свой предстарт. И также с ней бывает тоже едят вместе со стартом корм. Каштана думал уже сегодня переведу, но Машка еще не стоит. Поэтому
каштанчик пока подождет. А я хочу его перевести и сделать тут нормально сваркой, поварить двери. Петли сделать хорошие. Поэтому ждем. Машка, я думаю, может завтра или послезавтра сорвется и будем забирать кряка туда наверх. День-два с ней побудет. Я не так, что покрыл и забрал. Если есть возможность, покрыл и оставляю, он еще там ночью ее покроет, там побегает, побегает, опять покроет. Поэтому как бы вот так. Эту дюрчиху, которую мы перевели с того сарая, вот она, где была киевская генетика. Но она, конечно, огромная. Это она после опороса. Но мы ее уже покрыли искусственно дюрком. И прошло сегодня 22 или 23 дня. Ну, проверял, вроде бы загула нету. Не сорвалась, поэтому петля у нее в нормированном состоянии. То есть все нормально. Рыжа! Рыжулька, короче, не сорвалась, то есть все, я думаю, дай бог, получилось. Будут вот такие вот дюрченята, 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 дюрченята. Вот такие будут у нас дюрченята и у рыжки. Ну, а эти тоже растут, да? Они, как и все в этом сарае, у меня все сидят на норме. Эти тоже сидят на норме. У них откорма нет. У них корыто вон вода. А туда насыпаю утром и вечером. Спешить некуда, думаю, пускай как есть, так есть. Все, это будет тут до следующего опороса. Будет опорос, переведу, поменяю свой... с клубникой, которая в том сарае, она в родильном отделении, переведу ее сюда, а эту туда. Ну и все ждут нового сарая. Будет новый сарай, грубо говоря, тогда уже будет проще. Будет проще, не будет таких головняков, вот это перегоны, вот эти кряка верхний сарай перегонять. Ну то есть он идет нормально, но все равно кряк слепой не видит, надо так чуть-чуть руководить. Ну на запах, конечно, хорошо он идет. Свою обязанность он знает, работает четко, быстро. То есть, что по хряку сказать, хряк именно свою функцию выполняет на все 100%. Молодец. И поросята у него хорошие. Ну, зрение. Ну, зрение, как мне один ветврач сказал, свиньям зрение особо не надо. У них нюх обостренный, то есть он и на нюх все сделает. И так я его оставил, грубо говоря, с детства незрячего. И... так он и есть, кроет всех подряд, четко, быстро и бесповоротно. Вот такие у нас новости на нашем хозяйстве. Крутимся, вертимся, убираем. Скоро этих будем забирать уже от свиноматки, переводить в другой сарай. Но у нас сейчас морозы, то есть где-то неделя еще морозов, поэтому думаю, пускай с ней побудут. Пока морозы, чтобы хоть морозы чуть-чуть спали, а то 14, 12, 13 градусов пускай тут побудут с ней. А потом переведу и еще подержу их там какой-то месяц. И потом позабираю тех, кто позаказывал. Это что касается чистых дюрков. Когда тут сильно холодно, то я вторую лампу тоже подключаю. А вообще отключаю вторую лампу, они начинают не под лампой, а там или тут гасятся, или вот и корыто. То я одну, они потом там, когда одна. Когда две, отвазят от нее, ну то есть жарко. Сейчас тут дверь открыта, я убирал, тут марафет наводил. Ну сейчас закрою, и будет тут хорошо. Да, юрчата. Вот так, вот так, вот так. А, там вот так.
не пропускает. Ну, чего ты?